Приближается главный этап вступительной кампании в вузы. Сегодня завершается регистрация на централизованное тестирование. Несмотря на то, что у будущих абитуриентов на это был месяц, ажиотаж не спадает и в последний день. Работают комиссии до 6 вечера. Количество тех, кто претендует поступить в вузы в Беларуси, в этом году станет известно позже. Среди абитуриентов ожидается будет много иностранцев. Идет достаточно интенсивно, и по сравнению с прошлым годом, по крайней мере у нас в университете, уже превышена цифра зарегистрировавшихся по сравнению с прошлым годом. Среди предметов, как всегда, популярные, естественно, математика, английский язык, где достаточно значительный прирост. Из Российской Федерации, из Казахстана, по крайней мере у нас, зарегистрировано в два раза больше, чем в прошлом году. Первый тест 11 июня. Это испытание по белорусскому языку. Если абитуриент пропустит какой-либо из экзаменов по уважительной причине, наверстать тестирование можно будет в резервные дни.